Что, всем welcome, это снова я. На этот раз мы находимся на Икебукуро, записываем видео местного праздника. Танцевальный конкурс. Здесь находится много очень групп из разных городов приехали. И все в общем, хотят выступить. Вот из Канагавы. Let's go. Огромный флаг там сзади. Это 2 на 3 метра. Достаточно красиво выступили, молодцы. О, флаг какой огромный. Я говорил, 2 на 3 метра, может 3 на 4 даже, не знаю. Йокска. Это там, где пляжи хорошие. Вот в национальных каких-то костюмах там интересных. Они находятся
недалеко от Канагавы, ну то есть в Канагаве, там недалеко от Кавасаки, Йокосука, это порт, там находится большой грузовой, также военная база американская. Тут именно старинные там провинции, раньше люди вот устраивали такие фестивали, вот стали, конечно, не видно ничего. Пойду я вперед, подойду. Поснимаю немного. Там обязательно флаг у них должен быть ихний. Я надеюсь, YouTube не банит за эту музыку. Пройдем с ним. Там на флаге написано. Там толпа уже. Зашибет, блин, елки-палки так. В упор практически подбегает. О, кто-то уронил эту. Трещет тут. Интересно, да. Сейчас другая будет выступать. Сейчас посмотрим, как выступит. Но по идее, должно нормальное выступление быть. Я, конечно, не в курсе, какая из групп лучше, потому что я сам смотрю первый раз данное выступление. Но я вам скажу, что интересно достаточно, необычно. Что-то похоже на исторические танцы, которые раньше были в Японии во времена, может быть, Эду или других, либо же это импровизация, либо это какой-либо, скажем так, уже самодеятельность именно в институтах, которые проходят там, учатся танцев именно вот в таком стиле, где выступают в группе и двигаются по улице, как бы боево, ну как сказать, это можно сказать как фестиваль, как она называется, то есть в этом в Бразилии есть, значит, парад у них, но в Японии таких парадов особо не проводят, чтобы танцевали и ходили, но есть вот такие вот праздники, где танцуют именно, он устраивается раз в год, кстати. Так что это редкое событие.
Те, кто знает, те приходят, те, кто нет, не приходят. Ну так интересно посмотреть будет. Это прям гейши там какие-то. Там еще двое стоят. А, нападайте поближе, что там. Как центр. Да, там тоже огромный флаг у них. Единственный мужик среди всей толпы. Ну, сзади с флагами, конечно, там ходят. Тяжелый флаг. Так, наверное, пока можно спокойно сейчас отдохнуть, где-нибудь погулять, и там потом продолжим.